необычные явления наблюдали жители города в небе ночью. Природу таинственного явления никто не мог разгадать. Специалистам ведется исследование редкого аномального явления. Следите за новостями. Мишка, давай-ка спать. Папа, хорошо. Миша, сиреноголового не существует. Его придумали, чтобы пугать детей. Папа, я его видел. Миша, это всего лишь сон. Ну что, Миша? Пап, смотри! Ну что там у тебя? Я знаю, где это место находится. Поедем туда? Миш, ты слышишь это? Да. Миш, пойдем посмотрим, откуда эти звуки. Давай, папа. Ты, Миша, как у меня во сне? Да, это то место. Смотри!
Побежали! Смотри, там какой-то дом. Мы можем там спрятаться. Пойдем. Сиреноголовый – это 12-метровое гуманоидное создание с иссохшей кожей цвета ржавого металла. Его конечности непропорционально длинные и тонкие, руки свисают до самой земли. Оканчиваются руки огромными когтистыми пальцами, вместо шеи и головы у существа что-то, напоминающее столб с закрепленными на нем сиренами. Нужно сюда валить! Миша!
Рода и Мишка. Надо Мишку оттуда вытаскивать. Мишка! Папа! Миша, надо отсюда убегать. Миша, давай спрячемся вон там. Миш, интересно, куда мы с тобой попали? Папа, это около сиреноголовых. Нам нужно отсюда выбираться. Только как? Миша, это портал домой! Папа, поплюхай! Да, Миша, поехали домой. Миша, нам кто-то помог. Интересно, кто же? Это мы узнаем в следующий раз.